Меня зовут Элис. Я работала в корпорации Umbrella, самой большой и самой могущественной коммерческой структуре в мире. Я была шефом службы безопасности на секретном объекте под названием «Муравейник». В этой огромной подземной лаборатории разрабатывалось экспериментальное вирусное оружие. Но вирус вырвался на свободу, и все погибли. Увы, мертвые не обрели покоя. Вирус Т реанимировал их тела. Удалось выжить мне и еще одному сотруднику по имени Мэтт. Когда мы выбрались из муравейника, нас тут же схватили и разлучили. Нам казалось, что самое страшное позади. Но мы ошиблись. Элис, я рад снова видеть тебя. Что здесь происходит? Ты теперь в нашей власти. Я тебя убью. Удачи. И до встречи. Корпорация Umbrella сильна, как никогда. И только мы можем их остановить. Ждешь письменного приглашения? Клевая тачка.